Какие аварии произошли на первой новогодней неделе, смотри в рубрике «Автотрэш». Видимо, в этой девятке плохо лежало абсолютно все. На Домбаровской трассе в районе поворота на Тукай девятка улетела в кювет и перевернулась. Как рассказывают друзья водителя, которые прибыли на место, все произошло из-за поломки машины. Водителя увезли в больницу на обследование. Ну а пока машина была без присмотра, из нее украли все, что имеет хоть какую-то ценность. Даже полку под аудиосистему. А вы знали, что центр города – это опасное место? Запросто можно и в тройное ДТП попасть. В Оренбурге на пересечении Рыбаковской и Комсомольской столкнулись «Шкода», «ВАЗ» и «Мазда». Все машины получили механические повреждения, а пострадавших, по предварительным данным, нет. Таран – это что-то из военного дела. Хотя нет, это современные ДТП в Оренбурге. По данным полиции, авария произошла напротив 11-го дома по проспекту Парковой. Водитель ВАЗ-2199 выехал на перекресток проспекта и Рыбаковской на красный свет и врезался в Mitsubishi Lancer. Пострадал пассажир 99-й. А сейчас еще один оренбургский таран. Видимо, это уже становится модным. На этот раз ДТП случилось в Оренбурге напротив дома 30 под Ткачева. Водитель 14-й выехал на встречку и там врезался в автобус ПАЗ. Пассажир автобуса с травмами обратился в медицинское учреждение, а потом после оказания помощи его отпустили домой. Очередной опасный полосатый зверь на дорогах. В Оренбурге на зебре опять сбит человек. ДТП произошло у дома номер 16 по Чкалово. Водитель ВАЗ-2190-10 сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пострадавший с травмами доставлен в больницу. Информация об авариях взята с сайта forsk.ru и 1743.ru.